ширина 50, в длину метр, высоту 1,16 м. Ну, плюс вентилятор еще здесь сантиметров 30. Для запуска наливаем грамм 50-100 солярки. Вставляем чашу, закручиваем. И поджигаем. Загорелось. Включаем воздух. Подачу воздуха. Опускаем крышку. Включаем маслоподачу. Пока не про... Вот когда красные пятна первые появляются внизу, вот теперь можно включать вентилятор, который гоняет уже воздух непосредственно обогрев. Ой, блин, я тройник не поставил. Сейчас, секунду. Все, включил вентилятор. Чисто идет, все, вот руку можно держать. ПД нормальный. Рукой держу. Прошло минут 10 от запуска. Немножко погорячее стало. Руку держать можно. Горячо. Это где-то на 130 выход, это уже гибким воздуховодом можно алюминиевым куда-то выводить на улицу. На улице сейчас около плюс 5-7. Так, вот смотрите, магнит обычный. Вот эта пробка, она из чернухи. Остальное все идет нержавей. Вот это тоже черное, вот это нержа. Смотрите, что она черная, это нержавей. Вот я держу, смотрите. Она здесь прилипла. Чаша то же самое. Нержа. Там внутри зажигатель тоже не ржа. Теплообменник тут черный идет. Там уже температура более низкая, он не прогорает. Он идет трубчатый. Там 2-4 трубы идет. Есть для чистки сверху люк. Можно открыть. Ну, если честно, не чистил. Я заглядывал внутрь, там нормально. Через низ. Трубы чистые.